Добрый день. Сегодня 19 марта 2019 же года. Как любят говорить мои дети, вы на канале Катерина. Сегодня я хочу показать свои растения, которые немножечко подросли, уже такие все большие, классные. Вот, и вообще и всячески. Значит, ну, показывала я уже шифлерку свою. Вот мои помидоры. Помидоры этот я вчера прищипнула. Посмотрим, как пойдет. Здесь, признаться, мне как-то жалко щипать. Он такой жирненький, такой надутенький. Вот. Синенькие. Белые синенькие, которые я сеяла. Когда не помню, надо посмотреть по видео, по записям. Вот так вот они уже вылезли. В каждой ямке по два семечка было. Ну, в принципе, дружненько взошли. Это вот то, что я сегодня сделала. Это вчера, вернее, вчера или позавчера я пересадила эти вот гераньки. Здесь еще два синеньких, но что-то вообще не проклевываются. Здесь перец эколь я посадила тоже в каждую ячейку по два семечка. Посмотрим, как получится. Это я пересадила геранечки, в которые у меня есть семян. Вот эти чуть раньше, эти вот, получается, попозже. Это петуньи. Вот, петуньки маленькие. Я пыталась было дело их разделить на... по как бы одному растенецу, но они еще там совсем дрыщевые, поэтому так не очень удобно. Вот. И я уже отжала у старшего ребятенка стол. Вот там его учебники. Все равно делают, как бы, как правило, делают уроки на кухне около меня, поэтому стол отжала для рассады. Здесь у меня вот немножко торчит цибулька. Вот она, цибулечка. Мы посадили, потому что у меня и муж, да, и я, и Дениска старшая, большие любители зелени луковой. Вот, и сюда я посеяла, вот у нас здесь раньше были герани и петуни, на оставшееся место я посеяла вот эту вот петунью, это вот уникум, уникум смесь. Вот сегодня я посеяла 19 марта, уж не знаю, когда там она вылезет. Это у меня... цикламенчик. Где-то тут он уже был. Вот он, зайчик пролазит. Сейчас. Вот он, зайчик пролазит. Это цикламенчик. Ну, это, собственно говоря, помидоры. Правда, один помидор, который я показывал, он там, который вылазил отсюда. Что-то как-то я его не до... лила, и он, бедненький зайчик, засох. Вот этот вот, наверное, сегодня, если успею, посажу, потому что сегодня мы с младшим сыном там направили нас на обследование небольшое, поэтому с младшим сыном мы бежим сегодня к врачу делать рентген грудной клетки, а потом бежим к логопеду. Вот. Мы сначала бежим брать направление на рентген, потом делаем рентген, потом бежим к логопеду, как бы с учетом того, что это Киев, это все нам, конечно, вроде бы как бы все находится в одном районе, но, признаться, в каждый, так сказать, пункт назначения, там, по 30-40 минут нам ехать, в общем, займет это времени, конечно, так изрядно, прям-таки скажем. Вот, ну, вот сейчас еще так покажу. А, вот еще геранька, это королевская герань, я ее пересадила. Вот больше горшок. Потом я ее почеренку. Я надеюсь, что мы ее заберем, наверное, на дачу. Если она, Бог даст, будет хорошо с ней, я ее почеренкую там. Посажу она как вьющаяся, что ли, такая. Как-то листочки такие не очень крупные, и она не цвела ни разу вот с прошлого года, но плети такие изрядные пустила. Мама такая же сдохла, поэтому я хочу ее почеренковать. Если приживется, то мамику потом отсадить. Вот, и чтобы была вот такая вот красота. Вот, ну вот. Как бы так. У нас сегодня пасмурно, поэтому со светом не очень. Денчик, а включи, пожалуйста, светло, сыночек. Светло, вимкни. Я выключу. Вимкни, включи, пожалуйста, светло. Может, его будет краще видно. Не, ну что-то все равно как-то фиговастенько. Ну, в общем, такой вот у меня тут мини-огород. Я надеюсь, что в ближайшие дни мы купим еще такие ячейки. Мне чем очень нравятся. Эти ячейки уже служат второй или третий год. Чем они мне нравятся? Они вот такие вот
все равно фиговасто видно. Не такие вот не мелкие, совсем не махонькие, широкие довольно-таки и высокие. Брала я их, по-моему, в эпицентре. Вот, надо будет посмотреть еще обязательно такие же купить, потому что они удобные, они хорошо вытаскиваются. Я же говорю, вот на удивление, как бы пластик такой тоненький, а служит уже второй или третий год. По-моему, даже третий год. Считаю, что как бы, ну, отлично, в общем-то. В общем-то, отлично. Ну, все, до побачення.